В этом видео вы увидите сюрпризы, кого вы разыскивает подписчиков. Сюрприз, кого вы нам подарил несколько сюрпризов, и мы узнаем, что лежит внутри. Может быть, песок или игрушки. Всем привет! Вы на канале Лимон Плей. Успей поставить лайк, пока этот монстр не разозлился. Всего один клик, и ты поставишь лайк. Ну же, это не займет много времени. Монстр разыскивает своих подписчиков, а может быть, он уже идет к тебе? Ребята, что вы думаете? Выхожу я, значит, из своего домика, чтобы пойти погулять с друзьями, и кого я вижу? Смотрите, сюрпризоголовый, настоящий сюрпризоголовый. Он даже пахнет шоколадкой, ребята, по-настоящему я не шучу, вы сами видите. Он сейчас тусит возле дома моего соседа, у которого гелик. Надеюсь, что ему сейчас раздавит гелик его, потому что, чтобы он больше не понтовался и не ставил свой гелик посреди дороги. Ребята, он легко перешагнул дом моего соседа, и сейчас он направляется к моему дому. Он хочет позвонить мне в звонок, он хочет сломать мне дверь, ребята! Он сейчас проломит потолок мне, и что же мне тогда делать? Моя мама и мой папа, они на работе, и они не поверят, что здесь был настоящий сюрприз, и головы они скажут: «Зачем ты сломал дом, сынок?» Но это не я, мама, это настоящие сюрпризоголовы. Что мы будем делать, ребята, я не знаю. Вон он. Я не знаю, мне очень страшно. А вам страшно? Мне очень страшно. Я не знаю, что делать. Он находится, он наверху моего дома. Он мне не дает прохода нисколько. Ребята, что делать? А если вы не хотите, чтобы он к вам пришел, тогда ставьте лайкосик и пишите комментарий. Он меня задел, у меня стало меньше жизни, намного меньше жизни. Где же найти мне самое безопасное место в доме? Вот оно. Вот самое безопасное место в доме, ребята. Вот оно. Да, здесь очень безопасно. Очень безопасно, но здесь без еды я не пробуду. Я думаю, что нам нужно сбегать от него. Ну как сбегать, если он не дает нам прохода, ребята? Давайте дождемся, пока у него замкнутся провода. Вот сейчас он перестанет шевелиться, и мы побежим в какую-нибудь сторону. У него же должно что-нибудь, какое-нибудь замыкание произойти. Он же не может бесконечно двигаться. Ну уже, прекращай уже двигаться, и мы побежим. Все? Все, ребята, его замкнуло. Садимся в тачку. Быстрее садимся в тачку и погнали от него. Вау, мой план сработал. Мой план сработал. Что будем делать дальше? Я знаю, нам нужно найти оружки. Оружки я заныкал в одном месте. Он к нам идет. Ну что, рискнем проехать мимо него? Это еще не все. Я только хотел попросить тебя написать комментарий, чтобы я его прочитал и ответил тебе. Напиши комментарий под видео, а мы продолжаем. Или нет? У меня машина застряла. А нет, все нормально. Разгоняемся и... Он меня коснулся немножко. Немножко коснулся, и мне, значит, стало еще страшнее, потому что он, смотрите, он идет. Оружки здесь недалеко, я сейчас покажу где. Вот стена с оружками, ребята, паркуем свою тачку, срочно. Он идет сюда, он не останавливается. Что будем делать, что выберем? Выберем вот такую пульку. Все, у меня есть пулька. Ну иди сюда, иди, дружок. Пирожок, сейчас тебе покажу. Сейчас мы узнаем, кто кого, держи. Ай, не туда катнул. Я не туда катнул! Вот, давай! И пока! Нет, он меня! Все, ребят, я думал, что я победил! Но я не победил! Вообще ни капельки не победил! Что же мне делать теперь? Я снова появляюсь в своем доме, я снова в безопасном месте, но... Но, вон он опасный, может, пойду к соседу, к своему, спрошу у него. Вон там он живет, там, в том доме живет мой сосед, на втором этаже, Ванек. Ванёк! Ваня! Ванька здесь! Сюрприз головы! Хочешь конфетку? Хочешь шоколадку? Тогда выходи из дома, Ваня! Я ж забыл. Все уехали на пляж. Я один остался здесь. Вот, Ванина комната. Он очень любит эту игру. Ванёк! Ванёк! О, у Ванька тут что-то происходит на компьютере. Может, что-то он играет. А или это комната его сестры? Ой, ошибся. Ой, Юля, извини. Юля, ее зовут сестру. Так, все ясно. Этот... Вот он, головы, ребят. Он просунул свою ногу через Ванину крышу. Что делать?
Даже Ваня мне не помог. Никто мне не может помочь. Ребята, вы мне поможете? Я не знаю, что мне делать. Ребята, срочно напишите в комментариях, как победить этого сюрприза Гаобова, ребята. Мне очень страшно. Очень страшно. Походу он присел. Он присел в доме у Вани. Смотрите. Смотрите, ребята, вот коза. Смотрите, прикол. Сейчас вам покажу. Мы теперь можем близко к нему подойти. Это и будет ловушкой. Смотрите, он сел на стул. Супер, супер, ты молодчинка, молодчинка. Это Ваня придумал, Ваня придумал. Вот это да. Пока монстр гонялся за нами, мы успели взять его части на обзор. Смотри далее, что мы узнали. Йоу, всем привет, с вами обзорщик. И сегодня мы будем, значит, открывать от сюрприза Гаобова подарочки. Смотрите, значит, что я успел схватить, пока, значит, он меня догонял. Я нашел вот такие вот штучки, видите? Сюрпризы здесь всякие разные. Давайте посмотрим, ну, с чего начнем. Давай какой-то сюрприз, в общем, я не знаю. И посмотрим, что здесь. Здесь у нас игрушки. Кстати, интересно, что вот в этом вот лежит. Это вообще официальный, оригинальный от WoW, реально сюрприз или нет. Потом посмотрим еще вот такая вот у нас вещичка, значит, котики вперед и киндер-сюрприз. Здесь какие-то животные, вот видите. Не совсем симпатичный здесь какой-то жирафик, не знаю. Ну, давайте начнем с Барбоскиных, реально, значит, давайте, значит, если за нами бегал этот головы, и мы, значит, с него бонус получили. Мы открываем сейчас сюрпризы и посмотрим, значит, что в них есть. Может, в них вообще лежит, ребята, земля. Я не знаю. Может, реально в них лежит земля. Это же головы. Не факт, что здесь вообще игрушки. Ну, давайте. Значит, шоколад я потом съем. Или кто хочет, вот, держите в комментарии вам. Будете кусать? Нет, не будете? Ну, ладно, давайте. Первые, значит... Первый. Посмотрим. Так. Сейчас позырим. Смотрите, ребята, значит, Барбоскины. Значит, вот это можно все собрать. А нам попалась вот такая вот, значит, девочка, которая самая, значит, зануда. Зануда. Что так туго? Это вообще для детей придумано? Тут точно для детей придумано? Ребята, не открывается, короче. Вообще жесть. Это очень жесткий. Фу, сильно голову пришлось самому открывать зубами. Чуть ли зубы не сломал, короче. Давайте откроем и посмотрим, что здесь у нас есть. Так, это у нас... Вот такая вот девчуля, значит, симпатюля. Видите? Видите, да? Значит, поставим ее. Мы ее добавляем в нашу коллекцию игрушек. Вау! Все, вот это, значит, в помойку. Это, значит, это что такое? Это как вообще? Это как? Да, Барбоскины. Ну, вы меня удивляете, конечно. Шоколад. Шоколад, мармелад. Я не знаю, что с ним делать. Давайте так и камеру так поставлю. Значит, у нас осталась мусорка здесь. В общем, сюда будем загребать весь шоколад. Это что тут у нас? Ладно, туда. Потом посмотрим. Значит, второй сюрприз. Смотрим. Значит, какой-то там плей. Плей какой-то, короче. Что-то посмотрим. Давайте. Открываем, ребята. Вам уже интересно, может быть? Реально, может быть, вот в этом уже земля будет? Сейчас посмотрим. О, это уже повкуснее шоколад. Ах, как пахнет, ребята. Как пахнет, ребята, смотрите. Кто хочет? Кто хочет? Быстрее лайкосик ставьте. Тот получит. Кто? 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 Кому? Кому? Кто поставит лайк, тому и дам. В комментарии сейчас кину эту шоколадку. А кто не хочет? О, ребят, здесь уже что-то поинтереснее, смотрите. О, давно мне такого не попадалось. Тут еще и наклеечки есть. Вау! Вау, вау! Значит, это в нашу коллекцию. Вот такие вот наклеечки. Не знаю, сейчас поймем. Поймешь, куда это клеить. Значит, нам попалась вот такая вот, смотрите. Супер тачки какие-то попались, видали? Значит, здесь рассказано, как их собирать. Это полный, кто полный нуб, тому нужна вот эта вот инструкция. Но если вы не нуб, как я же обзорщик, я здесь уже все, уже обзоры, видите, всего уже сделал обзоры. Так что... Если вы нуб, вы должны пользоваться инструкцией. Но если вы не нуб, то вам не нужна эта инструкция, и вы сами все поймете, как все делается. В общем, тут, короче,
Ага. Ну, в общем, если хочется, можно прилепить еще к этой тачке крылья. Видите, крылья можно прилепить к этой тачке. Вот такая вот тачка у меня. Вот такая вот, значит. Супер. Ну, мне нравится, в принципе. И играть, ну, может, и нельзя. Это какой-то минимализм, значит. Ну, в коллекцию добавлю, короче, свою. Потом это все съем. Так, ну что, какие, ребята, какие еще открываем? Смотрите, кому какие интересные сюрпризы. Ну, я думаю, что давайте вот эти котики вперед. Такого мы еще не открывали. Давайте посмотрим, что здесь есть. Тоже очень жестко. Нужно воспользоваться зубами. Все. Сейчас позырим, что здесь есть. Так, ребята. Так. Давайте посмотрим. Здесь, походу, шоколадка. Если я не ошибаюсь, конечно. А здесь у нас... Это, значит, ложечка, чтобы жрать. Ну, это понятно. Высыпаем все вот это вот. Это, значит... Не знаю, кому надо вот такую штучку. Что ей делать? Ну, может, какую-нибудь поделку дальше сделаем. Так, что здесь у нас есть? Давайте сразу посмотрим, что здесь у нас вообще попалось нам. Ну, такая семейка попалась нам. Это, значит, инструкция. Ну, опять нам инструкцию подсунули, думать, что мы нубы. Но мы не нубы, в общем. Это дополнительное что-то, значит, играть тоже в мусорку. Ну, не в мусорку, в смысле, в туда. А это, значит, быстро собирается. Какой-то чувак, персонаж. Короче, без помощи родителей вы не сможете это собрать. Это просто очень жестко. Только обзорщик, как я, сможет собрать это. Короче, значит, вот такая вот игрушка. Вот такая вот игрушка, видите? Ой, что-то я далеко от вас. Вот, смотрите, вот такая вот игрушка. Это, не знаю, сюда вставляется, что ли? Что это такое? Я не знаю, ребята. Или сюда? Сюда? Что? Вот так вот. Ну, не знаю, короче. Сами думайте, что это такое. Но я не думаю, что это должно быть здесь, поэтому я это убираю. Следующий, значит, вот этот. Вот такой вот, значит. Потом мы откроем вот такой вот. Там что-то... Реально что-то внутри лежит. Посмотрим, значит, давайте. Открываем. Значит, это в помойку. Это нам не надо. Обожрусь сегодня. Обожрусь. Смотрите, сколько шоколада. Давайте, значит, посмотрим. Что-то там лежит. Еще бы там не лежало. Ну, может быть, здесь земля будет. Ребята, реально, стали делать очень трудно. Киндер-сюрпризы открываются. Так, это что тут у нас, кстати? Мы это что открывали? Мы это открывали какой-то зверинец, да? Зверинец. Целая гора шоколада у меня уже здесь. Значит, крылья. Крылья, ничего себе. Крылья такие ничегошные, да? Смотрите. Обалдеть. Нормально. Нормально. Молодцы. Одобряю. Значит, инструкция для нубов здесь опять. Как всегда. Вот, значит, будешь вот такой веселый, как эта девочка, если купишь себе, ну, если тебе попадется вот такой вот чувачок. Вот он в шоке. Он в шоке. Что? Что? Вы не ставите лайки, он в шоке. Значит, ладно, это потом потеребим, посмотрим, что это. Ну, смотрите, кстати, красиво выглядит, смотрите. Видите? Блестит все. Тут, ну, сразу понятно, ноги. Ноги и... Вот так вот, значит, вставляется это сюда. И, как всегда, мы это засовываем очень сложно. Ребята, я просто не той стороной. Что, реально так? Ну, похоже, что да, ребят. Вот такая вот игрушка у нас непонятная. Я не знаю, тут надо крутить. Вот, видимо, крутит. Давайте посмотрим. И... Ну, короче, не прикольно. Вообще, все. Ну, свою коллекцию, конечно, добавлю. И у нас... мы еще не открыли, не посмотрели, что значит вот здесь лежит. Может быть, здесь тоже какая-нибудь игрушка. Но я думаю, что там шоколадка лежит. Давайте скорее открываем быстрее. Очень все трудно. Здесь нужны суперногти. А у обзорщика нет суперногтей. Да, ребят, здесь шоколад. Кому вот надо? Кто хочет? Кто хочет? Я и орочку вам подарю. Вот, держите. Сейчас. Оп. Кому? Кому? Только одному. Кому? Пишите быстрее в комментариях. Ставьте лайкосики и подписывайтесь на канал. Кому вот такую вот надо, вот вкуснятинку? Если надо, то скорее пишите в комментариях. Если не надо, сам съем, короче. Дальше. Дальше. Значит, воу. Воу, смотрим. Это очень трудно открывать. Это самое сложное. Это самый сложный сюрприз. Это вообще, ребята, пассатижами надо открывать. Очень трудно. О,
О, какая ложка. Класс, ребят, смотрите. Вот такой мелкой ложки нигде не было. У меня тут где-то валяются, где-то вот в этой вот куче, где-то валяются еще такие предметы, ложки и колечко, короче. Колечко, ребят, смотрите. Какое попалось. Я не знаю, на какой палец оно мне полезет. Оп. Круто. Круто, ребята, круто выглядит. Нет, не круто. Только для девочек. Все, ребят. Ребят, кольцо застряло. Смотрите, реально. Реально застряло кольцо. Я не знаю. Что делать? Вот прикол. Ладно, давайте посмотрим, что там дальше у нас есть. Это, значит, в кучу. Так, у нас здесь целая уже гора шоколада. Ребят, никто не пишет комментарии, и никто не забирает этот шоколад. Я вам отправлю в комментарии эту шоколадку. Так напишите комментарии. Ребята, здесь вообще, смотрите, что. Сначала думал, что это какие-то волдыри, что протухло. Нет. Это, ребят, реально, реально какие-то вкусняшки. Кому надо вот такие вкусняшки с орешками? Смотрите. Ах, как шоколадкой пахнет, ребята. Ну, что? Обзорчик дарит вам, дарит. Ой, весь в шоколаде вымазался, ё-моё. Кому вот это надо? Пишите быстрее в комментариях. И поставьте лайкосик. Напишите комментарии, ребят, кому? Вот отдаю сразу вот эту всю кучу. И ну или вот эту всю кучу, ой. Вот, всю кучу. Кому? Кому? Быстрее пишите. А я пока что попробую это колечко снять. Все, снял колечко. Вот колечко. Кому? Кому? Ой. Все, ребят, заканчиваем запись. В общем, сделал я обзорчик, как меня просил Лимон Плей. Значит, кому надо, шоколадку пишите.